Мне ж мама в магазин отправила, а я забыла. Не то слово. Мне же мама не разрешает выходить со двора. Мама! 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 Можно мне с Каролиной магазин? Да, только зайди за деньгами, хлеба купи. Алло. Мам, я шла в магазин, потом встретила Сашу, потом встретила Никиту. Мы начали гулять, и я забыла. Потом я вспомнила. Мы побежали в ВТБ, а он закрыт. Мы побежали в Деликат. Потом Саша вспомнила, что ей нельзя выходить со двора. Все, мы побежали, потом расскажу. Никита, мы в Деликат, ты с нами? А соломку купим? Да! Я домой занесу масло и к вам. Я спешу, мне домой масло. Какое масло? Каролина, почему так долго? А где масло? А ну, Саша! Горе ты мое луковое! Еще раз. Нет. Давай. Стой! От с этого места. Нет, нет, неестественно. Еще раз. Резче. Да. И. Нет. И. Стоп. Давай. Нет. Давай. Стоп. Побежали. Каролина, теперь стой. То же самое, смотришь вперед, потом на меня. Никита, вот туда. На сюда. Побежали.
ты должна бежать и снимать, чтобы твои ноги были в кадре. Так, давай, побежала. Иди со двора, да, выходить со двора, давай. Мне же мама не разрешает выходить со двора. Так, хорошо. Да, просто ляпу так себе по этому. Кем-кем, стариной. Да, давай, и... Нет, еще раз. Давайте вдвоем ляп сделать, и... Еще раз. Давай. Стоп. Смотришь на лужу. Еще раз. Смотришь на лужу. Резко на девочек. Побежал. Ноги в стороны сделай. Мама! А громче можешь? Yes. Мама! Давай! Громче! О! Можно мне с Каролиной магазин? Нет, ты говоришь, да, только зайди за деньгами хлеба купишь. Давай. Да, только зайди за деньгами хлеба купишь. Еще раз. Да, только зайди за деньгами хлеба купишь. Все, спасибо. Так, теперь делайте рука-лицо вдвоем с Каролиной. Еще раз. Давай. Алло, мам, я шла в магазин. Нет, нет, просто без алло, говоришь. Мам, я шла в магазин, встретила Сашу. Давай. Мам, я шла в магазин. Тихо, не улыбайся, не улыбайся. Серьезная. Давай. Мам, я шла в магазин, потом встретила Сашу, потом встретила Никиту. Мы начали гулять, и я забыла. Потом я вспомнила, мы побежали в АТБ, а он закрыт. Давай. А сейчас. Потом я вспомнила, мы побежали в АТБ. Потом я вспомнила, мы побежали в АТБ. Еще раз. А он закрыт. Не улыбайся. Рукой маши ярче. Давай. Потом я вспомнила, мы побежали в АТБ, а он закрыт. Потом я вспомнила, мы побежали в АТБ, а он закрыт. И еще раз для на всякий случай. Потом я вспомнила, мы побежали в АТБ, а он закрыт. Давай. Потом мы побежали. Потом я вспомнила. Потом я вспомнила. Не улыбайся. Давай. Так, на то же место ставь. Давай. Потом я вспомнила. Мы побежали в АТБ, а он закрыт. Мы побежали в Деликат. И Саша вспомнила, что ей нельзя выходить со двора. Мы побежали в Деликат. Потом по дороге Саша вспомнила, что ей нельзя выходить со двора. Еще раз давай. Не улыбайся. Мы побежали в Деликат. Потом Саша вспомнила. Потом Саша вспомнила. Еще раз этих слов. Потом Саша вспомнила по дороге, что ей со двора нельзя выходить. Не-не-не, без по дороге, без по дороге. Потом Саша вспомнила, что ей нельзя выходить со двора. Потом Саша... Ничего-ничего, давай. Не улыбайся. Потом Саша вспомнила... Не улыбайся. Давай. Потом Саша вспомнила, что ей нельзя выходить со двора. Еще раз. Потом Саша вспомнила, что ей нельзя выходить со двора. А теперь посмотри туда, кто вышел. Никита, мы в Деликат, ты с нами? А, еще больше, вы на старте, вы бежать готовы. Давай. Никита, мы в Деликат, ты с нами? Еще раз. Не улыбайся, еще раз. А соломку купим? Нет, туда смотри, а теперь на Сашу. А соломку купим? Я спешу, мне домой, масло. Я спешу, мне домой, масло. Еще раз руками вот так вот маши. Я спешу, мне домой, масло. Какое масло? Не смейся сильно, давай. Какое масло? Носочки натянули? И еще раз громко говорите. А ты сможешь? И. А ты сможешь? Нет, еще раз. Нет. Так, берите. Сейчас спокойно, медленно. Меня не видно вот так? Вот так. Чтобы меня не было видно. Давай. И раз. А, сейчас. Видно? Так. Не видно? Нормально, да, все. Вот, снимай. Еще, еще. Хватит. Так. Давайте, где масло? Каролина, ты почему так долго? А где масло? А ну, Саши. Рано. Где масло? Пауза. Блин.
А ну, Саша. Еще раз, все то же самое сначала. Каролина, почему так долго? Дыши. Каролина, а почему так долго? А где масло? А ну, Саша. Блин, видно было вот этот замах твой перед паузой. То есть, Каролина, почему так долго? А где масло? И ты такая стоишь неподвижно, как истукан. И потом... Да. Дыши. Горе ты мое луковое. Опускай руку. Я такая... Типа... Еще раз. Горе ты мое луковое. Ты такая... Давай. Горе ты мое луковое. Подписывайся на канал В. Виктория.